Если у вас установлен блок насосной автоматики, и по прошествии определенного времени вы столкнулись с проблемой, что блок не запускает насос при открытии крана, то одной из возможных причин может быть засорение реле протока. Рассмотрим, как решить эту проблему. Если у вас блок EPC-11, снимаем фланец со стороны подачи и видим подпружиненную часть датчика. Обращаем внимание, что там есть магнит, на котором могут скапливаться отложения. Тщательно все очищаем. При сборке важно учесть, что магнит должен быть направлен в сторону лицевой панели, потому что на плате есть ответная часть — гиркон. При возникновении водоразбора подвижная часть приходит в движение. Магнит воздействует на гиркон, тот замыкается, и таким образом блок понимает, что в системе есть расход. Если у вас блок EPC-2, то нужно снять нижнюю крышку, также очистить от грязи магнит и камеру. Нюансов при сборке нет.